Итак, всем трем. И доброго. Стой, южный. Времени суток. Это канал Lazy Эмити. И ленивый я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк. Напиши что-нибудь в комментариях. На канал подпишись. Видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй. Так, я видел, что в Ельнин. Горный. Что-то все поменялось, да? Давайте в Ельнина возьмем. Сейчас, да, пойдет. Вот. Стоп. Ельнина. Точно Ельнина? А, нормально. Поехали. Сколько у нас денег, кстати говоря? У нас денег с вами 55 тысяч. Мало. Надо будет новую тачку покупать. Пора уже. Так вот. У меня, как это, плохие новости. Нет, с игрой все нормально. Надеюсь, ничего не случится. Продолжим в нее играть, но пытался я сегодня к этой игрушке саундтрек, так сказать, подновить слегка. Ну, местные песенки, конечно, классные, но мы их уже все, как говорится, по несколько раз послушали. И думалось мне, что сейчас я вот найду, так сказать, разные минусовочки там, гитарные, саксофонные, разные, интересные. Короче, разные. И будем мы их слушать ездить. И вы знаете, оказалось, что у меня на компе, ну, довольно-таки приличное количество всевозможной такой старой музыки. Вот, уж откуда она у меня там взялась, я в душе не бибу. Вот. Ну, есть и металл, есть и джаз, есть и гитара, есть и флейта, как говорится. Есть и баян, есть и саксофон. Все есть. Вот. И я такой, знаете, радостный. Все это дело, значит, посмотрел, чтобы по формату подходило, все. Поэтому, по, как называется... Ну, господи. Ну, как это, MP3 и так далее, все эти названия. Ну, ладно. Короче, что подходило? Все посмотрел, все нормально, все подходит. Все вроде норм. Включаю, значит, игру. По-быстрому, значит, пробежался по всем этим штукам. По всем, так сказать, трекам. Быстренько загрузил видео, может быть, даже кто-то, кто смотрит это все, заметил, что у меня на канале появилось какое-то странное видео, которое просуществовало буквально там несколько минут и исчезло. А может, не видели, хрен его знает. Хотя, скорее всего, нет, его тут же запретили. Чтобы вы понимали, 43 трека, 43 народ, разных, полностью запрещенных на Ютубе, просто. Ни снятие монетизации, ничего, просто запрещено к распространению в любой стране. То есть абсолютный запрет. У меня, блин, вопрос. Это нахрен чё? Нет, серьезно. Чтобы вы понимали, некоторым из этих композиций лет... Самый молодой там лет 15, блин. Я не шучу. Некоторые я слушал в свое время еще на... как говорится, старых виниловых пластинках. То есть, вы понимаете, это совковых виниловых пластинках, да? Я реально не понимаю. Вот, серьезно. То есть, некоторым вещам там вообще, наверное, лет 30, если не больше. Уж насколько я, блин, старый дед-пердед, которому как-то уже далеко за 14. Вот. Но и то, как бы, для меня эти вещи старые. И тут выясняется. Запрещено вообще. Причем, ну, некоторые вещи были достаточно известны. Там «Отель Калифорния», например, минусовочка была очень классная. Не знаю, почему мне дико нравится эта музыка. Вот. Нет, нет, нельзя. Ну, 43, блин, трека. Из которых, я говорю, некоторые, многие не особо популярны. Я их 100 лет уже не слышал нигде вообще. Я не скажу, что я прям такой запредельный меломан, но все ж таки. Как бы немножко все равно есть. Да ладно. У нас какой-то ушлый водятел. Да, смотрите-ка, за нами едет какой-то ушлый. Во, дятел. Да. Нет, развернулся. Тут его надо было протолкнуть дальше. Но я, к сожалению, уже уехал. А сам он, видимо, растерялся и поехал обратно. Жаль. В общем, я говорю, расстроился я с этими треками очень сильно, потому что все запрещено, и старый, блин, и... Я не знаю, серьезно, я правда не понимаю. То есть некоторым вещам ведь реально дохрена лет. Там, например, была одна очень красивая
композиция на саксофоне, она мне дико нравится. Не помню там, кто автор. Да это не важно даже. Вещь реально старая. Я ее в свое время действительно искал. Просто подбирал там, находил. Слышал я ее когда-то там на виниле еще там. Ну, то есть это действительно старая вещь. На виниле, не на современном виниле. У нас на старом. Вот. Блин. И хрен-то там. Как это? Хрен тебе, родной, вовсю, как говорится. Обидно. Чуть прям расстроился от этого всего. Кстати, уважаемый... Блин, я забыл, кто писал этот комментарий. Короче, чувак, вот скажи мне честно, ты мне говорил, что тут есть какая-то супербыстрая тачка, на которой ты разгонялся до 200 км в час. Ну, ты что, ты так... По-моему, Фоксову писал. По-моему, да, не уверен. А вот, правда, что-то сейчас вылетело из башки, но это нормально, у меня такой постоянно. Склероз. Вот, ты говорил, что ты в этой игре разгонялся на каком-то грузике до 200. Скажи мне, пожалуйста, ты где нашел это место, блин, чтобы до 200 разогнаться? Ну, просто я вот сейчас еду 60 км в час в этом туннеле и понимаю, что если я сейчас сотню возьму, я ж тут нахрен буду просто все углы собирать. Причем легко, не напрягаясь. Чё? Лицензия на найм истекла. Господи, боже мой, какой кошмар. А так хотелось. Вот. 200 км. Нет, конечно, наверное, это прикольно, но вот... Нет. Нет, это не прикольно. Серьезно, тут на 100 километрах я такие кренделя выписывал. Ну, кто смотрит, тот в курсе. А ты говоришь 200. Но даже кольцевая трасса не дает такой возможности. Кстати, вот до сих пор на гоночной трассе не был. Надо съездить будет. Кстати, да, а давайте-ка сейчас. Мы сейчас в Ельнино едем. Давайте вот в этой серии видео. Надо будет сгонять на гонку. Посмотреть там где-нибудь. Там, правда, как-то по времени, что там через полчаса, через столько-то, через это время, через то. Просто, если это надо ловить, я потому что реально не помню, как здесь гонки, вообще не помню, как здесь гонки работают. Если это время прям надо ловить, что типа тебе написали, там через 20 минут, ты должен через 20 минут приехать, если ты не успел, то все, иди гуляй. Блин, ну это такое себе, честно говоря. То есть что, сидеть ждать? Так себе. Тише. Вот, пожалуйста, блин. Какие нахрен 200? Тут на 20 километрах я в поворот вписаться не смог. Так, давайте направо. Блин, я реально расстроился. С всеми этими треками столько возился. И в итоге оказалось, что вообще ничего не делать. 43, блин, 43 гребаных трека. Все запрещено. Мне интересно, нет, а правда, вот как это работает? То есть, это что, это какая-то недоработка Ютуба? Или это какие-то, я не знаю, там, владельцы этих авторских прав? Какие-то старые пердиды, которые там, как говорится, вообще не понимают, как все работает? Или что, или просто владельца уже толком нет, и, соответственно, и дать разрешение некому? Потому что это реально странно. То есть, реально, некоторым вещам им больше 20 лет, я не шучу. И что вы хотите, до сих пор кто-то это все покупает? Не смешите мои тапочки, я в жизнь не поверю. То есть, нет, я допускаю, конечно, что есть какой-то, скажем так, да стой ты! Как, так сказать, привилегированный сегмент, да, там, который там покупают себе эти суперкрутые проигрыватели за сколько там десятков тысяч долларов. Современный винил, который тоже стоит мое почтение, хотя по факту таких денег он в принципе не стоит. Я не шучу. Винил в производстве очень дешев. Кто бы там что ни... кто бы что ни говорил. А по качеству звука... Ну, в общем, кому интересно, гуглите. Это все... Это очень грустная история, на самом деле, с винилом. Но дело даже не в этом. Запрещено везде. Причем абсолютно у всех треков запрещено везде. То есть не в какой-то конкретной стране. Я частенько сталкивался, что, типа, например, запрещено в некоторых странах. Чё? Нет, тут прям такой, знаете, четкий красный ярлык. Нельзя. Блин. Нет, с одной стороны, конечно, меня порадовало, что у меня такой изысканный вкус, что я такие вещи, оказывается, люблю и слушаю, которые прям вот до сих пор актуальны. Но с другой стороны, блин. Чувак, что тебе надо? Алмазов захотел? А, сейчас. Приходи, когда кока-кола будет. Я тебе ее тоже не дам. Эх.
Мне эту машину, таинственную машину 911, надо на крыше возить, блин. Прилег, отдохну. Слушайте, реально, другую. Надо. Не. Все. Задача сегодняшнего видео — сменить машину. На любую. Просто на любую. Я, естественно, так и забыл посмотреть характеристики всех этих тачек. Что? Я по своей полосе еду. Что тебе надо? Козлина. База шахты направо. Спасибо. Мне не надо. Ай, тут светофор сейчас опять начнется, блин. Остановите машину. Тук-тук. Че ты красный-то ставишь, а? Немедленно остановите машину. Слышь ты! Эй! Вот так! Вот это правильно! Вот это я понимаю! Сам же по своим шипам и проехался. Остановите машину. За что? Подумаешь, снес светофор. Мы же не в реальности. В реальности я бы в жизнь так не повел себя. Вы что? В том-то и, как говорится, в том-то и прелесть. Для всех идиотов, которые искренне считают, что все, кто неадекватно ведет себя в играх, также ведет себя в реальности, у меня для вас новость, ребят. Ни хрена! Люди здесь отдыхают, люди тут барагозят по полной программе. Хотя, правда, потом некоторые компьютерные игрушки воспринимаются очень тяжело. Я же не помню, я рассказывал же, когда я пытался на компе. Был какой-то... Господи, как же эта штука называлась-то? Короче, симулятор вождения правильного на компьютере. Я не смог. Я не воспринял симулятор серьезно. В итоге там за один только перекресток нахватал такой... Короче, нахватал столько нарушений, что у меня права отобрали и, по-моему, навсегда посадили. Ну, преувеличиваю, конечно, но что-то такое было. Так... А, кстати, у нас же еще одно сокращение есть. Да-да-да. Так, значит, сегодня задача купить машину. Немедленно остановите машину, или мы открываем огонь. Ой, да я даже не сомневаюсь. Отдыхай. 911 номер знаешь. Так, ну вот это уже наглость. Чувак, я везу алмазы. Хотя вот в этой ситуации скорость 200 мне бы пригодилась. Ты смотри, какая противная хрень, а. Ой. Все, ты меня уже взорвал, отстань. Вау! Да стой! Остановись! 14 тысяч отжали. Да, что-то я расслабился. Так, ну что мы выяснили? Во-первых, от вертолета по прямой уходить — та еще идея. Во-вторых, он меня очень быстро почему-то взрывает. Ну хотя нет, я думаю, тут дело было в том, что 911, они же не дают полного ремонта. Угу. Они, так сказать, тебя в порядок немножко приводят. Ну да, в таком случае 911 это немножко не то. Блин, минус 14 тысяч, а? Из 22, то есть я сейчас просел... Больше, чем наполовину. Твою ж налево. Плюс бак еще заполнил. Плюс 911 пару раз вызывал. Ёлки-палки. Полная зопа. Дать бы тебе, блин, блин. Ладно, и так уже. Попал на бабки. Обидно. Но. Нет, кое-что все-таки выяснили. Потому что от вертолета по прямой... Я еще ни разу не уходил, а здесь получилось, что мне достаточно четко показали. По прямой от вертолета уходить смысла нет. Нужно именно притормаживать. То есть он все равно тебя догонит, он быстрее напрямую. То есть он летел сейчас и мне, извините, настреливал в задницу по полной программе. Фуель.
Блин, ну а где? Нет, серьезно, а где этот... Как его? Где этот контейнер? Я не понимаю, он исчез, что ли? Или что? Я, типа, отвез их, и все, до свидания? Я что-то как-то был уверен, что... Время у нас еще есть. Времени до хрена. Не видно. Контейнер не видать. Хм, странно. Ребята еще даже до Нижнегорска не добрались. Вон, бедняги. Так, а что у меня получается? А, 49 тысяч. О! Здрасте! В бухту 22 тысячи. Блин, а... Ну, хотя нет, не блин. 22 тысячи до бухты. Ну, такое себе, честно. Кстати, вот я смотрю участок Ельнина-Приозерск и ключи. Вот там, по-моему, должно быть сокращение. Надо сейчас прокатиться будет в ту сторону. Ей-богу. Где-то там должно быть сокращение. Оно прям просится туда. Блин, я не могу, мышка не работает. То есть от Ельнина, получается, по прямой не вверх, а вправо по карте, это Приозерска. И самый-самый угловой, где еще два прицепа нарисованы. Вот там прям просится какое-то сокращение. Оно там должно быть, по-моему. Так, ну ладно, контейнер есть. То есть они тут периодически появляются. Ладно, окей, запомнили. Просто точки разные. Окей. Будем иметь в виду. Хм. Вообще довольно забавно. Они меня наштрафовали. То есть вдребезги разбить две полицейские тачки. Или три. Боекомплект вертолета. И пробитые все четыре шины стоят 14 тысяч баксов. Так, иди нахрен. Че тебе надо? Ты вообще охранять меня должен, а то алмазы везу. Эксплуататор трудового народа. Ой. Да. Я все думаю над песнями. Над музыкой. Что-то ж надо придумать. Добавить хотя бы пару-тройку треков. Да, блин, 43 попытки, ё-моё. 43, и все запрещены. Кстати, а вот эта местность... Стоп! Нет. Сначала довезем, потом посмотрим. Очень любопытная местность. Так, запомнили где. Может оказаться, что здесь тоже какой-нибудь срезик присутствует. А то будет как в прошлый раз. Да экспериментировался, что доехать не успел. Буквально нескольких минут не хватило. А мы и так уже 14 кусков. Какой 14, блин? Блин, они хоть скидку делали, как постоянному клиенту. Вон как у нас. Как там штраф у ГИБДД-то? Если штраф заплатил там в течение какого-то времени, то у тебя там... Какая там скидка? Извиняюсь. Не успел микрофон выключить. Так, и здесь надо, что? В конце концов. Постоянный клиент. Вечный дебошир. Так сказать. Разбиваю. Ломаю светофоры. Нарушаю правила. Не, ну, конечно, в такой ситуации меня проще посадить нахрен. Навсегда. Это да, но с другой стороны, а кто им тогда деньги давать будет? Ну, тут тоже резон. Че это? Ну, буду я сидеть на шее государства. А так я езжу, нарушаю, штраф плачу постоянно. Ну, иногда я плачу. Иногда я им плачу штрафы, а иногда они меня не догоняют. Рулетка.
Не, ну с другой стороны, если так прикинуть, дорогой груз стоит 20 тысяч. Нанять грузовик 100 тысяч. Я им отдал 14. В целом, так неплохо. Что ты тут стоишь, скотыняка? Так, приехали. Да. А где ребята-то хоть? Ай, да ладно. А кто не видит моих соперников? А, вон. Ох, мать моя женщина, ни хрена себе, куда их занесло. Да. Тоже издалека едут. Хамс. Четыре тысячи, две тысячи. Алмазный. Да ты, блин, прикалываешься, а? Последнее время... Немедленно остановите машину. За что? Ты охренел, что ли, блин? Иди ты к черту. Отстань. Не буду я ее останавливать, отвяжись. Тебя тут не было. Ты откуда знаешь, что я на красный проехал? Скотина. Вот сейчас проехал. Так, давайте-ка посмотрим то место. Обалдели совсем. Немедленно остановите машину, или мы открываем огонь. Даже не сомневаюсь. А, сейчас. Сам на нее напарись. Ой, в этот раз успел выключить микрофон. Таинственная машина. Вообще странно эти ребята. Чуть что стреляют из пулемета. Веселое было представление у разработчиков этой игры. А может так реально было? А может так реально есть? Но с другой стороны, на самом деле правильно. Игрушки соответствующие. Как бы в реальности с дебилами, которые ведут себя так на дороге, только так и нужно обходиться. А что еще с ним делать? Принудительное лечение отправлять? Смешно. В конце концов, когда ты ведешь многотонную дуру, даже однотонную, как это? При столкновении одной тонны жести и одного центнера мяса, мясо проигрывает по-любому. Столкновение многотонной металлической дурынды и одного центнера мяса, ну, там даже столкновения нет, это просто как... Катится два помидора по рельсам. Смотри, там поезд, вижу. А он нас не раздапст? Да не раздапст. Вот так и здесь. Так. Где-то тут. Да, вот какой-то съезд здоровый, что-то я не обращал раньше. И даже машинка какая-то стоит. Так, ну нет, похоже, это... Все, посмотрим. Вообще это похоже на угнанную машину. Ой. Продается. Ворованная. Даф. Даф. Как это? Даф, ты сделаешь свою кожу мягкой и шелковистой. А не даф. Бей! Блин, сколько забрали? Я не увидел. Как? Говнюки, а? Где они? Он за мной, что ли, ехал? Куски говна, а? Сколько он с меня снял, я не посмотрел. Быстро произошло так. Вот жопа с ручкой. Че он там? Ладно. Пусть падает со своим копейком. Так, мы здесь ищем... Я не знаю, что мы здесь ищем, но что-то ищем. Нет, похоже, это, да, тупик. Жаль. Я надеялся, что это какой-то срез будет. Может, груз какой. Сейчас давайте тут все объедем.
Блин, ну вот почему опять же здесь на карте не рисуется какая-нибудь круговая трасса? А насколько было бы проще? Казалось бы, ну что такого? Ну нарисуй. Ой, тут вообще речка. А, ну то это даже не речка, это какой-то... Тише. В речку нырять не надо. Ну, чисто круг нарисовать от основной трассы отходящей. Че, может, ворованную тачку тогда возьмем? В принципе, 70 тысяч есть. Блин, мне бы мои показатели глянуть. Так, ну что, здесь вообще ничего нет. Только фуель и ворованная тачка стоит. Такое себе, честно говоря. Ладно, давайте купим. Черт с ним. 40 тысяч у нас еще останется. Я не уверен, насколько она хорошая. Это. Вот это чудо. Ворованная. DAF 95. Слушайте-ка, а давайте я прямо сейчас это сделаю. А, блин, то сейчас не получится. Эта игра как-то очень болезненно реагирует на переключение между основным рабочим столом, так сказать, и самой игрой. Не знаю почему. Да насрать! Мощность 200. Ну, поехали. Стоп! А получается, я сейчас свою машину тут, что ли, оставил? Ха, прикольно. 88. Блин, да ладно. Немедленно остановите машину. За что? Чё ты пристал, блин, отвяжись от меня. Вы уже с меня штраф сняли. Я остановлю. Отвяжись. Чё ты привязался, блин? Зил-то мой подороже будет, бляха-муха. Ну ладно. Так. Мне нужен ремонт. Так, мне нужно назад и мне нужен ремонт. Да, чё-то эта машина какое-то полное говно. Ладно, пофиг. Все попробуем. Почему, блин, не пишут сравнительные характеристики машин? Серьезно. Ох, я сейчас штрафов насобираю. Ага. У меня же этих антидетекторов и все остальные херни нет, нету. Что значит немедленно остановите машину? Вы что, охренели, что ли? То есть, типа, я купил... эту ворованную точилку, и мне тут же прилетает остановить машину. Чё ты хрень какая-то. Блин, по-моему, как цвет можно было менять. Ай, ладно, пофиг. Ну ладно, запомнили, где наш зилок старый стоит. Блин, 80 тысяч, ё-моё. Ну, правда, я в него вложился довольно хорошо, а это получается... Тут еще я помню, читал такую вещь, что, типа, если... Как-то... Стоимость твоей машины влияет на покупную, что-то такое, но, блин, ей... Окей. Стою. Чё надо? Вы чё, охерели, что ли? Вы с меня всё, что ли, сняли? Они мне что, денег дали? Если с меня только что сняли... Или, подожди, или там 6 тысяч было снято. Ничего не понимаю. Ладно, черт. Черт с вами. Так. Подавитесь, блин. Так, пневмоподвеска. Сохранит хрупкий груз. Берем тормоз двигателя. Уменьшает износ тормозов. Берем защита фар. Куда ж без этого. Защитит фар. Логично. Чуть мощность двигателя. Берем воздухозаборник. Ой.
Эй, ну идись ты на него. Позволь этот водный преград. Берем. Правда, он не работает ни хрена, но скорость и устойчивость. Берем. Дополнительный бак. А, нет, это без вариантов. Вы что? Сканер груза. Эй. Не дают обмануть. Берем. Навигатор. Давай. Ай, красавчик. Поехали. Я так и не понял, сколько с меня сбрили. Я не заметил. То ли это 6 тысяч было, то ли 60. Но если 60, то я как... Короче, ладно, я запутался. Что-то как-то его заносит нездорово, блин. Ну да ладно, что у нас с этим... С бензином. Давайте заправимся, черт с ним. Полный бак. Дорого, блин. Ну ладно. Обновили машинку. По-моему, все-таки 6 тысяч с меня сняли. Ну, все равно дешевле получается. Блин, что-то кажется сегодня какой-то особо противный. Блин, я не понимаю. То есть, если ты покупаешь ворованную машину, тебя по умолчанию еще штрафует полиция. Или не штрафует, или можно удрать. Это не я. Это что сейчас было? Эй, чувак, это не я бензоколонку взорвал, ей-богу. Я стоял, заправлялся, никого не трогал, блин. Чё это была за херь? Давай еще. Бабушке своей побуди, блин. Полный звездец. Просто стоял, заправлялся. Какой-то грузовик взорвал к чертям собачьим. Слушайте, идите отсюда, а. Слышь, жук, ну ты дай проехать-то, а, блин. Сам не едет, другим не дает. Кретин, блин. Так, ну, кстати, вот получается, на этой штуке я могу брать грузы. Это я читал, да, это я помню, что вот эти, вот такие именно машины, они позволяют цеплять всякие левые эти прицепчики. Мне надо улучшить бы, значит, да улучшить, точнее, до конца. Но я, блин, хоть убей, не вижу здесь. Чувак, а ты чё на встречке делаешь? Чё все лезете поперёк дороги? Блин, я проехать пытаюсь. Кошмар. Кстати, а можно... Блин, похоже, поверху можно проехать. Я сейчас обратил внимание. Справа, видите, такая идет. Да не, ну... Да ну бред. Хотя... Может и не бред. Так. Попробуем. Попробуем цепануть эту хрень. Груз. АЗС. Ладно, окей. Что-то я к этим раньше штукам не подъезжал никогда. Я хочу поискать проезд. Налево, получается. Мне очень хочется глянуть. Вот так, это я знаю, да, там... Всякое разное нехорошее. Ну что, я заправиться-то хоть успел? А то что-то этот психопат подорвал к чертям собачьим. Кстати, фар-то включить. Если есть сокращение, пошел нахер. Уж извините за мой французский. Если тут есть сокращение, оно должно быть где-то здесь. Где-то должен быть съезд влево.
Кстати, вопрос. А смогу ли я на этой тарантайке по болотам рассекать? Вопрос хороший. Бабушки свои по груди заколебал. Блин, ночь не видно ни хрена. Так. Где-то тут. Но не факт. Совсем не факт, да? Да. Похоже на то. Тут вообще речка. Или все-таки можно? Да ты гонишь. Да ты, мать его, гонишь. Че, я прав? Ребята, а чё ж на карте-то не отмечается, а? Блин, да ну хорош, а чё, реально на карте не отметится? Не, ну здесь это, конечно, проезд, а не какая-то херь. Ну, похоже на проезд. Но на карте ничего не рисуется. Блин, а? Это неприятно. Так, наезд вверх это не похоже. Поехали. Пока что куда-то едем. Тут даже какие-то следы есть чьи-то. О, нарисовал! Блин, класс! Это точно, это дорога? Обалдеть! Вот это... Шикардосинка. Тише, тише, тише! Ты куда? Ой. А ты... Зачем туда? Уехал? Так. Ну, блин, класс, конечно. С учетом того, что я нигде не сохранялся. Бабушки свои погуди. О. Да ладно, вот те раз. Вот они где все. Могу нанять одного. А, вот оно где. Так, F1. Ё-моё, шо ж я в F-ки-то раньше не тыкал? Вот же все есть. Какой кошмар. Рация F5, понятно.